классно, там я мог с тебя перекинуть. Я думал, мы их убьем. Я защищал как мог. Давай, давай. Так, еще чуть-чуть не сдох. У них это баба с шакрамом, которая такая жесткая. Трожопая. И у нее стан какой-то очень долгий. Она один раз ударит, тебе на полчаса стоишь в стане. А во что вы играете? Воу. Ничего себе, кто вернулся. Лёша, привет. Привет, мы здоровы же. Да я знаю. Где ты вообще был? Мы тебя потеряли уже. Чай пил. Так мы же решили через час. Чай пил. У тебя, по-моему, больше часа не было. Ну, Макс сказал, через час вернется. Вот сейчас прошел. Это кипятильник, а за тобой не успел. Андрей, какой в жопу трипл. Ну-ка вот сюда иди. Ой, Люба, я откажу, мне плохо. Пытаюсь тебя включить, но я вообще тебя не лечу. Да на меня выйдет. Андрей, застань, пожалуйста. Да я встань, сам стоял. Сейчас башни добьем обе, давайте. Я добиваю. Я на грани. Убегайте. Ну и все. О, меня не убью, прикиньте. Ой. Я добью сейчас. Норм. Блин, мутира это просто ванла. Лёша, Варион пошёл. Вот. Ну, просто лол, надо сказать. Просто нам персонажи нормальные попались. Мы и Севу уже на лол подсадили, осталось ещё Никиту и вообще был. Лол? Да. У меня 10 лет, шоколадный орб какой-то. Ой, мне и ран. Столько всякой херни прилетело, вообще где это взять? Мне иконку дали, как... О, у нас 3С. Андрей, я и... Сейчас поставят все иконки с этими... перед бабами. Именно. Ну, Тристан там какая-то новогодняя. Не знаю, говно на выпадало, мне какая-то такое. У меня собачка топала. Так, я хочу чемпиона открыть. Ну, Тристан там. У меня на Анику скин дали, Anyverse какая-то. Ну, Санфир. Легенда 2 постоянные. Вам тоже скин дали? Нет. Не, мне не дали. Мне на Эни дали скин. Хочу в нее поиграть. Я не грузится ни хрена, не магазин. Чё вообще? Во, орб открываю. Откройте орб, который вам купили. Я что-то открыл фиг. А, там херня вообще. Угу. Да? Я бы заудел. Чего? Да. Играю в дворецком. Тоже сейчас зайду. У вас что, СМР? Ты чё, офигел? Всё, я с тобой не разговариваю пока. Вы тоже юбилейную Энни будут? О, зацените, что сейчас...
О боже, я тут перевыбрать это не могу. Это же триндец. Зажам, сможешь так? Нет. А почему у меня спина идет яжат? Блин, вот это не понятно. Что за херня, я же скин не взял. А у меня его нет. Короче, это так, он просрал чисто из-за меня. А я хочу первый раз попробовать. Я даже не представляю, как эта тварь ползает вообще. Get in position. Там делать не надо, Андрей. У тебя сложный персонаж. We got incoming. Там думать надо. Dinosaurs remain. Dinosaurs remain. Ну что надо, может. Давай в этом году. Макс, приезжай к нам, поедем кататься. Ты на лыжах или на санках? Мне же нельзя. На санках. За сноубордом прицепим тебя на санках. Валенки оденем, так тулуп укроем. Типа, ну, сейчас закончим эти там. Без русского тебе тяжко, я думаю, да. Что за херня у меня? Я сейчас это про IBS закончу. Там долго вчитываться, понимаешь, на русском все быстро понимает. Проблем. Да, есть такое. Я поэтому ненавижу английский здесь. Столько текста там. Бля, я здесь. Доту на инглише вообще жестко играть. Там реально, если только начинаешь играть, описание предметов тоже. Cover this area. Блин, дождь что ли скачать опять? О, нет. Какой дождь? Люба страдала ночами просто. Керачил по клавишам. То есть как в Лефтик, Андрей, в 10 засыпает, а в Доту... Нет. Там начинается ей батрум. Я так и говорил. Твою мамку шатал, по-моему, говорил. Нет. У нас чувак, у нас пачка была в Доту, когда мы играли, всегда была пачка пацанов пятеро. И один чувак был всегда психованный, он, короче, херачил, разбивал стол там такой. Типа вообще адский. Мама у нее сидит телек, он смотрит, он такой, да блять, этот человек клавиатуру, хотя бы стол, клавиши вылетают просто. Иди играй, сейчас уйду. Я магичка, ни хера себе. Я магичка. Я думаю, я выбрал, что я охотник. У меня билд на охотника был. Я ни хера не понимаю, что я делаю. А за кого ты играешь? Все таблетки эти ставь за нас, они их ломают. Через стены надо, он здесь бесполезен на этой мапе. Ну статку вот здесь можешь поставить. Вот. Вот. Через обрыв. Не-не, жди, когда эта хилка. Я, смотри. Вот здесь поставить. Возьмем лечилку, давайте. Криво попал. Ну, короче, получше говорят, не... Defend our base. Да. Ну, в дамаг его тоже можно собрать первым скиллом, дамажить себе. У тебя прикол, короче, если ты по одним целям попадаешь первым скиллом, ты их станешь. Дайте лечилку возьму.
Блин, кто там у нас? Могу снести. Ульта помещает зону, короче, пару секунд в этой зоне все замораживается. И тебя не дамажит ничего. Ты можешь так изолировать часть наших твоих башни. Все бессмертно становится. И они, и мы, и все. Выбираешь, что сделать. Ну, ты, короче, их в золото превращаешь, они не могут тоже. Типа ты сам выбираешь, как контролить. Либо нашу команду спасать, либо их вынести в бой. Блин, я его почти. Подойдите ко мне быстро. Где ты? Все, уже я хотел телепортироваться на вас, а вы свалили в сторону. Ах, твою мать, поймал. У них и не надо, и не...